Эти слова приводят в движение немыслимый стрейч, бита протяжения. А что же говорить о лирических кастратах? И это раскаты, громы и рифмы. И я стреляю и попадаю в нимфы, и как испепеляющий слов и движения. Смысл разложения с темпом 90. Это не по ГОСТу, не все тут так просто. Братуха, у меня есть тост, желаю удачи и фарта. А за окном 16 марта. Это Ракитин.